Мировой суд Нового Уренгоя вынес решение в отношении мужчины, который разбил кувалдой автомобиль ради популярности в соцсетях. За неоплаченные вовремя штрафы молодой человек арестован на неделю. Дело по факту хулиганских действий еще расследуется. В Новом Уренгое завершился творческий конкурс «Новые имена». Ямальские таланты в течение 4 дней демонстрировали мастерство и перенимали опыт. Свои выступления на суд жюри представили более 700 педагогов и подростков. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы. Они удобны пассажирам, привыкшим путешествовать налегке, прежде всего тем, кто отправляется в деловые поездки. Такие билеты предполагают только провоз ручной клади весом до 10 килограммов.